Ой, столько всего прекрасного происходит. Конечно, дети меня невероятно вдохновляют, талантливые дети. Те мои дети, которых я успеваю, не только мои родные, родных я иногда тоже успеваю воспитывать. Но еще у меня есть очень много детей на проекте одном, вы его знаете прекрасно, смотрите. Я бы хотела пригласить на эту сцену свою очень талантливую воспитанницу и для меня победительницу. Голос уже не дети. Олесю Казаченко встречаю! Хоть Олеся уже не дети, вот, но для меня абсолютно все остаются детьми. Ну, такая вот, если вот дети расцветают в таких красавиц невероятных, то это такая гордость. А сейчас вы еще услышите, как она поет, и упадете в обморок. Поехали. Ну, и, конечно, вы должны нам подпевать. Поближе. Разгони
Я хочу сделать еще одно объявление вместе с Олесей, чтобы вы все-все-все пришли на концерт моих и не моих воспитанников, прекрасных, которые расцветают, становятся все больше, все более и более талантливыми моими прекрасными детьми, я которыми очень горжусь. Поэтому 25 февраля в вашем городе в ДК «Медалист» состоится. Металлист или медалист? Прям металлист? Ага. Металлист. В ДК «Металлист» состоится концерт моих детей. И не только моих детей. Всех талантливых. Будет удивительно. Вы окунетесь в фантастическую энергию. Приходите 25 февраля в ДК «Металлист». Там будут вот такие прекрасные птенцы мои. Ура! Но когда вот так, я очередной раз понимаю, что все не зря, все правильно, все туда, иду по правильному пути. И, конечно же, это все возможно только с вашей любовью. Спасибо вам огромное.